Артистка балета Гульнас Шарафутдинова скоро облачится в этот почти что бестелесный наряд. Что поделать, он должен соответствовать героине. Скоро на сцене опера «Риголетто», где вначале состоится яркая массовая сцена гульня во дворце герцога с обилием знати, попойкой и, разумеется, куртизанками. Девочки, а это дети артистов хора, уже готовы выйти на сцену и держатся вполне уверенно. Это пажи герцога, который подносит гостям пирушки-фрукты. Девочки, вы все оружие, они терпят, как говорят в армии, все невзгоды и лишения. Облаченный в роскошный костюм принца ногайских татар Калафа, турецкий тенор Левент Гундус приехал в Казань, не рассчитав с погодой. «Я приехал первый раз в Россию, в Казань в частности. Самое сильное впечатление – это, конечно, холод. У меня в Измире сейчас 12 градусов тепла. Я впервые пою при температуре минус 20-25 градусов». По ту сторону кулис не менее увлекательная демонстрация нарядов и светских привычек. В театр приходят совершенно разные люди с определенной миссией. Критик Людмила Лаврова во всеоружии. В оперных и балетных театрах всегда была прослойка, как мы говорим теперь, тусовочная. Без этого не обходилось никогда. Но среди этой тусовки, если она ходит с интересом, а не просто читает смс-ки на телефоне во время спектакля, то она, мне кажется, потом втягивается, становится заинтересованной публикой. Модельер Катя Борисова присматривается не только к тому, что и как носили, но и оценивает сегодняшних любителей оперы. И это не та буржуазная небрежность, которая выглядит, наоборот, очень подобающе случаю, а это та бытовая небрежность, когда мы видим, что люди совершенно не подготовились к походу на мероприятие. То есть о прическах речи нет. Пусть это будет все немножко спонтанно. Черный цвет, как правило, вообще светом, светским обществом принимается как единственно правильный свет, цвет одежды тогда, когда нужно выглядеть нейтрально. Французы говорят: хочешь быть незаметным, одень черное платье. Сами артисты, работающие в эти дни в Казани, с удовольствием перемещаются в незнакомое время. Меня очень интересует мода, я все время смотрю вот каналы моды, мне это очень интересно просто смотреть современные вот тенденции, как меняется. Даже на сцене, когда приходится выступать, я не знаю, в образе каких-то вообще первобытных существ, где просто в какой-то с накидкой, с плащами, на голый, это тоже интересно. Через 2,5 месяца 30-й Нуриевский фестиваль, это означает, что ко встрече с прекрасным подготовимся заранее. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рженко, Андрей Ключников, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».